Сейчас сядет он на трон свой. Я и там даже не приеду. Конечно, блядь. Валерий Николаевич не любит, когда я снимаю, блядь. Да, да, боится, конкурентам там отдаст. А это мой проект, мне похуй вообще. Бля. Давай до конца. Давай, давай, правильно. Там такая система ниппель, блядь. Жень, ты пройди сюда, вид портишь. Сука. До 5 метров будет, нахуй. Там есть удлинитель, блядь. До 5 метров спокойно, блядь. Да? Да, ну знаешь, какая хуйная вещь. Пробурил, бетон туда залил с этим. Чик сделал, блядь, это, армир проармировал, да. Очень такая. Второй стреле зафиксировано. Может на первый его зафиксировать. Видишь, если на первый, на второй можно. Это вставочка такая. Можно на здесь оставить, можно на второй. Между первой и второй ставить.
Дай газку, газку дай. Да, то есть, а там можно, видишь, фиксатор чик сейчас закрепит, ага. И можно, короче, чтобы две здесь стояли, и она будет со второй, с третьей начинать движение. Опускай! Нихуя не задел! Ну что еще? Задвигай стрелу и опускай. Все. Что передвинул, опустил? Задвигай чуть-чуть, опускай. Опускай вниз. Вниз опускай. Так тоже не этот. Не хватит ему. Алло. 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 Да-да, слушаю вас. Ага. Со шторы света. Какая машина, говорите? Тата. Тата. Верхняя загрузка, боковая шторка тоже нужна?